Давайте, да. Пока там народ приобщается к алкоголю. Впрочем, радостно уже.
Yes.
Thank you.
последнюю, но не самую немаловажную в жизни женщину. Уронившись в тарелку,
Я проснулся случайно и решил, поделаю салфеткой обновь, чтоб сегодняшний вечер унес меня обычайно, и чтоб сердце мое разгорелось в любовь. Я пытаюсь гасить это пламя того, чем стол здесь богат. Но огонь все горит. Ах, милая, хватит, что мучишь. Лучше сразу убейте, я думаю, буду я рад. Но коварные вы на меня не глядите, приведете в беседу с кретином, усатым как рак. Пусть он сонен всегда шлифов. Идите, а поверьте, схожать я лично могу и не дам. А могу и никак, а могу не схожаться. Если надо, то даже могу и я. Но мне кажется, снова остаться, да уже пасмурно встать, просто друзья. Нет, сначала скажу, отозвавшись в сторону, мечтаю я только о вас, что ночами не сплю, умираю. И только перейдя в твой тень, закончу рассказ. И вот так пришел, я даю сказать, со стула и шире распялить глаза. Ой, что это? Кажется, снова трезвею, да и уж не был, что пили минуту назад. Так что хватит любви, так что хватит истерик. Эти игры оставим щенкам мы котам. Ну а я ухожу. Так закройте же дверь. Спасибо за вечер. Прощайте. Осталось совсем недолго потерпеть, и вот, вот уже рядом, вот уже скоро. Раз, два, три, четыре. Самим собой, самим собой, самим собой, самим собой.
но и она не та. Я не тот, но и она не та. Я не тот, но и она не та. Я не тот, но и она не та. Сегодня специально для девочек, исключительно. То есть мальчикам не слушают, пошли. А когда все пошли другие вместо. Мальчикам слушают. Уже давление девочки. Об девочек. Об
Подожди, не буду. Или пока наш. Короче, не знаю.